В Ленске массово травят собак. За последние 2 недели в волонтерскую организацию «Уши, лапы, хвосты» поступило 20 заявок с просьбой отловить отравленные животные. Собак в неадекватном состоянии с очевидными симптомами отравления находят горожане. Волонтеры сразу выезжают по адресу, но успевают не всегда. Тех, кого можно спасти, привозят в пункт передержки. Сейчас там реабилитируют несколько отравленных животных. Есть среди них и те, кого пытались ликвидировать другими варварскими способами. Например, с помощью пневматического оружия. Пока отловленных и стерилизованных животных с пункта не выпускают, боятся новых отравлений. Многие думают, что страдают от этого только бездомные животные, да, что эта акция нацелена только на них, но это далеко не так. Люди, которые это делают, ну, очевидно, это живодеры, потому что они травят и домашних животных, не тех, которые находятся на самовыгуле, да, ну, понятно, что они могут быть тоже зацеплены, но и в том числе тех, которые находятся у себя во дворе, сидят на цепи, либо непосредственно около дома на цепи, никому животные эти не мешают, не бегают, никого не пугают. Также было несколько отравлений животных, которых хозяева выгуливали на поводке. Сейчас в организации подсчитывают случаи жестокого обращения с собаками, собирают материалы. С ними пойдут в полицию.